а другие школьники прокачивают знания в области проектной деятельности. На этой неделе старшеклассники и студенты со всего Ямала, это более сотни ребят, приехали в Салехард, где с 18 по 20 марта для них проводится окружная проектная сессия «Юные лидеры Ямала» в числе активистов и лабытнанцы. Тему продолжит Альмир Новоселова. Молодые, энергичные, горящие сердцами активисты со всех городов и сел Ямала собрались в Ямальском многопрофильном колледже с одной целью – сделать будущее лучше. Работать над этим нужно уже сейчас, а именно разрабатывать проекты социально-экономического развития. Сделать это можно в рамках проектной сессии «Юные лидеры Ямала». Формат проведения проектной сессии очень разнообразный. Это смена лекций, это смена практик, это смена работы групп, дискуссий, общений, представлений. Мы пригласили еще интересных людей, как с нашего округа, так и из Москвы, для того, чтобы лекции были для ребят интересные и именно в духе тех направлений, проектных решений, которые сегодня будут обсуждать ребята. Старшеклассники и студенты поделены на команды, каждая представляет свое муниципальное образование. Неравнодушие к будущему они должны проявить, обозначив интересы и навыки, благодаря которым смогут повлиять на условия, в которых будут жить их земляки и, конечно, они сами уже в ближайшие годы. Задача проектной сессии, которую мы проводим сейчас, помочь ребятам собрать такие проекты территориального развития, которые они могут применить на своей территории, в своем муниципалитете, в своей школе, включить в эти проекты максимальное количество стейкхолдеров, директоров, родителей, педагогов и пройти вот этот путь от своей идеи, которую они сегодня найдут, до реализации проекта и в декабре со своим готовым проектом прийти к масштабированию, подарить его другим территориям, из других территорий взять, уже будучи опытными проектантами, проект на свою территорию. Команду лабытнанских школьников представляют ребята из разных школ города. Всех их объединяет одна цель – сделать будущее лучше. Они готовились к участию в сессии заранее, создали чат, где уже накануне обсуждали идеи, важные для города. Образование, которое связано с целевым направлением, но чтобы люди, которые приезжали в наш город, уже работали именно по своей специальности. Потом возникла такая идея перейти на газовое отопление вместо того, которое у нас сейчас есть, потому что наш регион богат нефтью и газом, почему бы не пользоваться своими ресурсами. Наверное, это производство своих продуктов, которые будут выращиваться без земли, без ничего, просто из удобрений. То есть такое тоже сейчас возможно, и мы хотим это дальше развить. Тремя днями деятельность проектной сессии «Юные лидеры Ямала» не ограничится. Это только начало. Системная работа будет выстроена в течение всего 2019 года. Следующая встреча участников запланирована на начало осени. В ноябре команды и их кураторы вновь встретятся для обсуждений, а уже в декабре представят свои работы правительству автономного округа. Сами проекты будут реализовываться в 2020 году. Альмира Новоселова, Кирилл Сементеев. Программа «Время местное».